самых дешевых динамиках широкополосных Пионер. Так, включаем опять. Самая дешевая система из всех-всех советских. Может свободно сделать тысяч за 20 системы зарубежные. Единственное, регуляторы надо менять. Тоже подшипывает. Вот и громкость. Вега. Колонки самодельные. Закрытый ящик. На автодинамиках. Вот, могу показать. Вот это вот акрилом покрашено. Вот. Будет подключаться к звуковой карте Asus Sonar DS. Плюс вот этот вот усилитель должен будет подключаться к собственной разработке. Будет система 4.0. Вот, собственно, и все. Тестовый материал. Переключаю.